Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир Тритройки. У нас продолжение прохождения игры Brutal Doom, Doom 2 Master Levels. Итак, у нас 14-я карта под названием Bloodsea Keep. Что ж, поехали. И чё так вот, сразу прям, да? Откуда? Меня тут сейчас патрончиков-то у меня, извините, немного, твою мать! Твою мать, что они там делают? Да мне стрелять сейчас будет нечем, вы чё? Тут их три. Там еще один. Должен быть с той стороны. Говно какое, нифига себе. Вот так вот. Вот вам и Bloodsea Keep. Твою-то мать, а. Гнида позорная. Сдохни, тварь. Сдох. Черепа там гонку уже устроили. Твою мать, да что ж такое? Какой же у тебя дамок, дружок? Черт, а? Четыре их. Куда полетел? Готов. Смотрим. Так, давайте сейф. А то, блин, так и будем здесь бегать. Так, у нас B14. Мозги такие. Мозги растерял, дружок. 26 патронов. Мадафака. Это конец. Двадцать один. Попал. Да блин, да ну нахрен. Вы чё? А, стоп, назад. Там же где-то летает это чучело. Нет, не летает. Твою мать, а. Откуда он прилетел? Да, вот. Да охренеть вообще можно. Да что ж такое-то? Да вы чё, шутите, что ли? Где? Тридцать один. Сейф. Завалили двух. Походу дело здесь завалили, фак. Вообще трэш. С черепами-то это не вся история, видимо. А, вот так вот, да? Я понял. Экспериментировать больше не будем. Блин, да что такое? Так, давайте просто пробежим, посмотрим, что там. Наверное, так было самое такое верное решение все-таки пробежать. Фак, а? Твою мать, сейф.
такое верное, блин. А, винтовка есть. Твою мать. Твою мать. Тварь пошла, а? Как же вы достали это? Двоих завалил. Вся радость жизни может резко закончиться. Ай, блин, ты не вовремя! А-а-а, щедрый. Бежим, бежим, бежим. Давай, давай, давай. Да вон он там разозлился на них. Так, ничего не нажимаем. Ой. А просто бежим. Так, так, так. Что у нас? 46 патронов. Ладно, нормально. Нормально, нормулёк. Нормулёк. А, вон он. Вон он ты, я вижу. Вижу, вижу тебя, вижу. Куда ж ты пошел, твою мать? Готов. О, блин, да хрень какая! Блин, ни хрена мне. 1%, друзья. 1. Сейф пока делать не буду, потому что я понимаю, что... Ну, финиш. Финиш близко. Желтый ключ. Красный, фак. О, аптечка. Стоп. Стоп. Ну, в сейф пока все равно не нажимаем. Мало ли что. А у меня 1%. Так, радость жизни пришла незаметно, сейф. Твою мать, а ну вот откуда эта тварь? Опа. И чё? Ага, вот так вот, да? Нормально. Ух, красный ключ. Красный. Красный ключ. Это хорошо. Потому что у нас там есть красный выключатель, который, я думаю, что надо в первую очередь нажать. А затем... Так, подождите. Подождите, мы же тут не были. А, да откуда? Разве это честно? Ах ты, блин, хрень какая. Твари. Не все так просто, блин, как кажется. Сбрызнуло прям на стену. Стены, а? Так, стоп. Отлично. Не понял. Что? Не понял. Что открылось-то?
Прикольно. Ну что-то открылось, явно. Стоп. Вот. Блин, только этого еще не хватало. Собаки какие-то. Где? И как мне туда попасть? Ладно, я думаю, что по ходу игры мы в этом плане разберемся. Теперь мы нажмем на тот выключатель, который типа как красный ключ нужен. Опа, этот синий. Опа, что за хрень? Зачем это надо? Когда ты видишь такие шарики, то понимаешь, что тебя ждет что-то, ну, не очень хорошее. Ладно, давайте красная дверь. Ковровая дорожка и... Это не открывается случайно? Как я мог 3 раза промазать? Еще не с первого раза умер. Так. Твою мать! Сейф, нахрен. Это что, такая шутка, что ли? А почему здесь вот так вот все? Даже не знаю, что сказать, честно. Так, стоп. Здесь какой-то секрет, это 100%. Стоп. Что-то я тут упускаю явно. Давайте все обследуем, потому что... Так, стоп. Здесь мы были тоже, да? Тут много всего-то, а? Подождите. Я даже не допрыгну, если уж на это пошло. Где-то есть выключатель, который... Стоп. Нет. Так, слушайте, эта штука, она опускается. Поэтому я не могу ничего с ней сделать. Давайте поищем в глубине. Странно, очень странно. А вот здесь мы были? Твою мать!
Твою мать, а. Ух ты. Какая штука. Ох ты, блин, твою мать. Какое это говно. А то, что там вот это вот лежит, это что, нормально? Понятно. Вот так тут тоже можно. И что вы хотите? Не знаю даже, что и сказать. Скажу честно. Понятно. Скорее всего, здесь, нет? Нет. Друзья, слушайте, я что-то не втыкаю, куда нам надо. Она, да, шикарно придумана. Но мы тоже в долгу не останемся, я думаю. А, блин, не туда. Не вовремя, блядь, ты перезаряжаешься-то, а? Нет? Да. Ай, блин, только не эта хрень! Слушайте, у нас же это до хрена патронов. Вот так вот. Да вы издеваетесь, мать вашу. Вы че, моя? Так, ладно, я буду рубить, стрелять и делать все, чтобы просто выжить. Так, ладно, двигаем. Как-то у нас так не получилось. Так, быстро, быстро, быстро. Перезарядка. Сто, двести. Зашибись. Так, теперь сейф, нахрен. А-ха-ха, ну да-да-да, на дурачка рассчитывать не пойду. Так, теперь давайте здесь смотреть. Окей. Ну, здесь это своя головоломка, да? Так. И она, ну, вроде такая сложная, если честно. Вот с этим будет как-то, наверное, попроще, что ли. Так. Ох ты, блин, а. Да. Так, подождите. Подождите. Я просто хочу понять, как. Я могу, конечно, перепрыгнуть, но это же не совсем правильно. Так, понятно. Здесь понятно. Странно, странно, очень странно.
Даже не знаю, что и сказать. Возможно, просто с разбега это надо делать, чтобы... Не, подождите. Хм. Честно, ну без вариантов, не знаю. Ладно. Не будем извращаться и что-то тут предпринимать. Так, у нас, кстати, надо не забыть, что у нас есть неуязвимость. Блин, обосраться можно, честно скажу. Понятно. А, вас много, кстати. Много, да, я согласен. Блин, друзья, если бы вы так умирали от этого, от в Думе 64, то, блин, зачем я взял эту коробку? Был бы праздник. Чего? Отлично. Да, там мы видим, что там есть какая-то дверь. Бред. Так, никакого оружия. Подходим, подходим, подходим. Кто откроет дверь? Так, ладно. Давайте смотреть, куда пойти. Во. Там есть кнопочка. Так. Всю эту текстуру мне очень напоминает Doom 1. Очень круто. Так, я так полагаю, что где-то еще что-то открылось. Такая своего рода головоломка. Нормально. Так, подождите. А почему? Почему мы не влезли? Блин, ну это же смешно. Как я, по-вашему, успею? А, блин, ни хрена себе. Слушайте, я присел просто, ну что тут сделаешь? Опа, еще тут. А здесь мне уже дают аптечку. Ну, парень, типа. Слушайте, а здесь еще меньше. Вы что, шутите, что ли? Блин, не знаю, что сказать, ладно. Хрень какая-то, мать вашу. Нездоровая. Ой, блин. А, чувствуете, да? Да. Так, нормально. Отлично. Отлично, слушайте. А вот и выход. Твою мать. Трон.
О, мы просто открыли дверь назад. Отупеть. Так, слушайте, давайте жизни хотя бы поправим. 98, нормально. Давайте до 100, а то мало ли аптечку не схватим. Не взначайся. Почему нету никакого выхода, вообще ничего нет? Странно. Может быть, возможно, что выхода здесь вообще не предусмотрено. Кстати, это единственное, что мы можем взять здесь. Отупеть, какая большая. Опа. Чувствуете? Да, там был выход. Отупеть. Надо было прям пробежать сюда. Все, понятно. Слушайте. Что ж я могу сказать? Если успеем, то успеем. Нет, так нет. Да, успеем, надеюсь. Беги, Форест! Давай, мать твою, давай! Зашибись! Опа, тут выход как раз. Фак. Смешно. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир 33 на канале ProGamer Television. Всем пока.